Итак, телекомпания «Красный медведь» представляет Дашу путешественницу, которая будет искать жулика. Эй, не, мы не жулики, мы просто маленькие дурачки, мы не жулики. Все равно я найду жулика. У меня задание такое, найди жулика. Бернард, ты жулик? Нет, я медведь, только мне все время не везет. Я не жулик. Ну ладно, тогда я пройдусь по книжкам, может быть, я найду кого-нибудь жулика. Так. О! А ты, Нолик, жулик? Ладно, попросишь у меня что-нибудь. Ой, какие мы обидчивые! Привет, я Нолик. Теперь мы друзья. Только это секрет. Ну ладно, значит, ты не жулик, я с тобой буду дружить. А ты, Маша? Кого? Какая лапа? Я девочка, у меня ручки красивые. Откуда? Вечер уже. Да. Ну, мы с тобой не сможем. Некогда мне с тобой играть. Нет задания, найди жулика. Я пошла дальше. Может быть, жулики живут... А во, я нашла одного жулика в Испании. Он кидается помидорами. Французы? Ну не, это модная дама. Она не жулик. Он да. Шотландия. Шотландия. Ну они не жулики, они просто музыканты. Россия. Россия? Так. Нет, не жулики. Они просто танцуют и пьют чай. О, Маквин, ты знаешь, где живут жулики? Ну, я думаю, что... Японцы. А как я различу, кто из японцев жулик? Они же все на одно лицо. Итальянцы. Не, они не жулики. Они жрут только пиццу. Великобританцы. Они не могут быть жуликами, потому что они служат королеве. О, свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех большой, самый большой жулик? Кто-кто? Извините, я уронила зеркало. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, где тут живут жулики. О, полиция поехала. Это она за жуликами поехала. Жулик – это грабитель. А, ясно. Слоны в городе. Львы в городе. Белые медведи в городе. Полиция, спасите нас! О, мэтр! О! А ты видел жулика? Я видел жулика, кто украл деньги. И кто украл? Бартасевич. Кто? Бартасевич. Барташевич? О, мэр города Резекне. Да, круто. Смотришь, айпад. Вот где жулики живут, в университете монстров. Можно еще в Google Wallet поискать жуликов. Так. Где еще мы поищем жуликов? В России. В России, да? Так. Гринфилд. Это кто чай производит, они жулики? Бэкбир тоже жулики? Не то пиво дают. Во жульё. Ван Си Компани тоже жулики? Эрик Краузе тоже
жулики, Фаберлик жулики, Гринмама жулики, вокруг одни жулики. Так, и Акелла тоже жулики. Россельмаш, Кировплант. О, сколько много жуликов. А как выглядит? И Алавар жулики. А как выглядит жулик? Выглядит жулик, это будет Мосфильм. Ага, значит, жулики все живут в Мосфильме. Ну, посмотрим, как выглядит жулик. Шляпа. Ага, у него вот такая шляпа. Нос. Нос. Вот такой нос. Глаз. И глаз. Ой. Такой. Ага, сапожки. Сапоги. Бутс. Ага. Ну вот, мы посмотрели, как выглядит жулик. Вот он, жулик! Нет, я уже большой. Звездочки в окно, спать пора. Давным-давно я закрою глазки и увижу сказки. Да этот мальчик не жулик, он молодец, он спать идет. О, Чагинтоны, привет. Может, вы по пути встречали какого-нибудь жулика? А ну-ка отвечайте, Чагинтоны. Заболели. Что с вами, Чагинтоны? Мы заболели. Ясно. Вызываем вам скорую помощь. Так. О, вот где жулики. В Радиатор Спрингсе живут жулики, да? Жулики. Журнал. Какой журнал? Про жуликов? Кинг. Да, это Кинг, жулик. Я-то думал, что жулик у нас только один. Чико. Чико, да, это настоящий жулик. Он всегда жульничал, хотя всегда побеждала. Молния Маккуин. Я чемпион, я самый крутой. Ну ладно, посмотрим. Яма. Вот-вот, правильно, всех жуликов в яму. Журнал. Все, хватит. Так. Глаз. Глаз за глаз. Ухо. Ухо за ухо. Рот. Рот за рот. Нос. Нос за нос. И вообще-то я жуликов распознаю своим... Сердцем. Тихо, Чика. О, кот в сапогах. А ты, кого ты назовешь жуликом? Кого, кого? Не понял, кого? Этого мальчика? Вот так выглядит жулик? Ха-ха, круто. А вы, бременские музыканты, как думаете, кто на свете самый большой жулик? Я Дюймовочкой зовут. Ростом... Дюймовочка? Дюйм всего лишь мой росток. Почему? Я она же такая росток, маленькая. Без познала я. Нет, нет. Такая маленькая, милая девочка не может быть жуликом. Сейчас мы быстренько найдем жулика. Ты с Фунтиком, Фунтиком я не знакомлюсь. Фунтик жулик, да? Поросеночек. Твой Фунтик поросеночек жулик. Хорошо бродит по всей. Бродяжничает. Жрет карамельки. Короче, он настоящий бомж. Заяц. Че он такого смешного сказал? Заяц. Ты сказал, что Дора это жулик. Что? Я жулик? Волк, волк, давай спасай его. Пока, заяц. А ты как принцесса думаешь, кто жулик? Кто, кто? Кто, кто? Я слышал, дедушка фокус-мокус, да? Я хоть и фокусник, но обманщиков не терплю. Значит, ты не жулик. Ты просто фокусник. Он не жулик, он фокусник просто. Ох.
Ну кто же? Жулик. Жаба. Жаба жулик? Почему? Почему жаба жулик? Хомяк. Какой еще хомяк? Яблоко. Хомяк жулик, потому что съел яблоко. Мамонтенок. А почему он жулик? Почему он жулик? Потому что и все ест из золотого медведя Валерка конфетки. Конфеты жрет мамонт. Ужас, мамонт жрет конфеты. Ах, ну ладно, осталось последний рывок. И сейчас мы, дети, узнаем, кто на свете самый большой жулик. И это... Ту-ду! О, это же Бифидиай? Вау! Ну, сейчас посмотрим, кто на свете самый большой жулик. Бернард! Все-таки Бернард жулик. Эх. А как он нам говорил, что он не жулик? Что он просто невезучий. У него помехи! Бернард нам расскажет, кто на свете самый большой жулик. Сейчас мы его увидим. Это кто? Птица! Ха-ха!